Прогресс Авто, город Красноярск. На обзоре у нас японский мини-трактор Кубота А14. Пойдем вокруг. Посмотрим состояние шин. Задняя правая. Передняя правая. Передняя левая, задняя левая. Трактор полноприводный, трехцилиндровый, мощность 16 лошадиных сил. Наработка данного трактора 258 моточасов, это очень мало. Данный трактор укомплектован почвенной фрезой. Рабочая ширина фрезы 120 сантиметров. Навесное устройство двухточечное. Слева здесь у нас находится педаль сцепления, рычаг переключения коробки передач, рычаг повышенных пониженных скоростей, рычаг включения вала отбора мощности. Здесь у нас сигнал, свет, поворотники. С правой стороны сдвоенная педаль тормоза, ножной газ. Под рулем справа ручной газ, замок зажигания. Здесь у нас блокировка дифференциала заднего моста, педаль подъем-опускания навесного устройства. Ширина задних колес увеличивается. Все. В таком состоянии трактор. Всю подробную информацию по данному трактору, также по многим другим, можете узнать по номеру 8-914-558-33-88, либо на сайте progressavto.com.